Мусорная свалка в городе Волконеште расположена рядом с республиканской трассой М3. Проезжающие машины могут не только увидеть, но и почувствовать запах от свалки. Ограждения на мусорной свалке в Волконештах отсутствуют. Из-за этого ветер разносит мусор по всей округе. Из-за этого страдают в том числе и недавно посаженные деревья, которые проигрывают конкуренцию мусору. Дом жительницы Волконешт Юлии Чавдарь расположен на самой окраине города вблизи свалки. Жители на протяжении нескольких лет страдают от дыма, который выделяется из-за возгораний на свалке. Очень частые проблемы были из-за ее поджогов. То есть весь дом, весь двор постоянно был в дыму. Невозможно было даже в комнате сидеть, так как дым просачивался через щели, двери. Даже поверх кровати было видно... Был виден дым, то есть невозможно даже было сидеть там. Местные жители обращались неоднократно в мэрию для решения проблемы. Возгорания тушили, однако спустя некоторое время они повторялись. По словам девушки, пожары чаще всего происходят летом, правда, в последние годы их стало меньше. В прошлом году учли те моменты, когда после контроля экологической службы было дано задание, чтобы обволакивать данный мусор. И примария практически и от населения тоже принимала, как говорится, можем сказать так, в дар ту землю, например, там, или, может быть, кто-то что-то скопал, там, глина, или какие-то проводили домашние работы. Мы у людей забирали эту землю и отвозили туда на мусоросвалку для того, чтобы была возможность для обволакивания. Петрёглы считает, что место для полигона выбрали неудачно из-за близости к населенному пункту. Он добавил, что сейчас законом запрещено открывать новые полигоны без внедрения международных стандартов, поэтому приходится использовать свалку, которая несколько десятков лет и есть в Волконештах. В ближайшее время у нас уже будет тревога по данному полигону, так как его границы не безразмерны и количество принимаемого мусора также не безразмерно. Вот в настоящее время хочу сказать, что у нас пока ситуация удовлетворительная. Решить проблему должны были за счет строительства регионального полигона в Кагуле. Для этого в 2017 году даже создали рабочую группу, которая должна была заняться строительством объекта. Разработали технико-экономическое обоснование, отметили, где будут находиться перевалочные пункты для мусора. Однако спустя 4 года полигон так и не начали строить. Полигон номер один был под названием «Суд», и он должен был быть построен в городе Кагуле. Но до настоящего времени данного полигона не построили. Почему? Потому что возникли кое-какие проблемы в центральной части Республики Молдова, и финансовые средства были сняты с строительства южного полигона и были израсходованы в центральной части. По крайней мере, нам так объявили на семинаре, который прошел в Кагуле, ну, скажем так, где-то 4-5 месяцев тому назад. Представитель Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Светлана Балакан подтвердила, что сейчас идут работы по началу строительства полигона в Унгенах, при этом отметив, что решение принималось совместно с молдавской стороной и руководством мировых банков, которые выделяют деньги на проект. Сейчас, на данный момент, у нас идут, скажем так, подготовительные работы, потому что банки после того, как подписывают с нами такой контракт, они имеют и какие-то технические требования. Те технические и экономические обоснования были разработаны в 2016 году, они уже немножко устарели. Сейчас идут переговоры, и мы начали уже действия в регионе 5, потому что так было выбрано по с обоюдному согласованию с банкой. Да, это Унгена. Да, и инициирована процедура по обновлению вот этих технических экономических обоснований по региону. При этом точные сроки, когда наконец-то в Кагуле начнут строить полигон, неизвестны. По словам Балакан, многое зависит от подготовки документов от местных органов власти и действий правительства страны.